Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! И с вами, как всегда, я, Мария Великотная. И сегодня я хочу вам показать, как можно сделать самой шикарные шляпы. Они обойдутся вам очень дешево. Маленькие маки я купила в фикс-прайсе, а большие когда-то давным-давно я купила в Ашане. В фикс-прайсе я купила и шляпу, которая мне очень шла и по цвету, и по форме, ну и по размеру. И украсила шляпу матами. И давайте посмотрим, что же мне получилось. Летом все мы одеваем шляпы для того, чтобы защититься от солнца. Если мы не одеваем, когда где-то ходим в городе, и то, как правило, многие одевают, то уж работу на участке мы одеваем их точно. Так почему бы нам не сделать эти шляпы, не украсить, не немножко своей фантазии добавить, выдумки, и сделать шляпы красивые. Итак, я вам показала маки, которые у меня были, которые я купила. А теперь вот посмотрите, как я скомбинировала и сделала из этих маков вот такую вот композицию на шляпе. Конечно, это не настоящая соломка, не французская. Все равно, если куда-то пройти и произвести фурор, то эта шляпа будет очень хорошо смотреться. Давайте создавать красоту своими руками. До встречи на канале Марии Великотная. Не портить вам вид.